Наш прекрасный город Севастополь славен не только своими историческими достопримечательностями, но и необыкновенными мастерами декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. Сегодня два замечательных праздника – День города и День России. И Ремесленная палата Севастополя подготовила для гостей и жителей города замечательный подарок – музей под открытым небом и мастер-классы для детей и взрослых, где каждый может приобщиться к прекрасному и попробовать себя в творчестве. Вы знаете, мне понравились несколько работ очень, да, вот, если бы понимать масштаб, можно было бы финансово подготовиться сразу, вот, потому что действительно работы очень красивые, разноплановые и, ну вот, душевные, это видно, видно по многим изделиям, видно. Я приобрела, сначала присмотрела, еще вчера увидела замечательную собачку, это для одной женщины, которая коллекционирует таких такс. Вот будет такая замечательная собачка в ее коллекцию. И мы сегодня всей семьей на этой выставке получили колоссальное впечатление, потому что столько людей, которые и возрождают старые традиции, и делают что-то свое, новое, что вот идет из глубины души. То есть вот это творчество, оно говорит о том, что наши люди развиваются, что у нас город очень интересный, вот, много талантливых людей, талантливейших, много людей, которые приезжают к нам и остаются в нашем городе и дарят нам вот такую красоту. Спасибо вам огромное за то тепло, которое вы дарите не только нам на праздники, но и каждый день. Я знаю, что многие дети проходят у вас мастер-классы, вот, учатся чему-то новому и тоже развиваются. Спасибо большое. Я бы хотела, чтобы эти выставки проходили почаще, чтобы действительно для нашего города они были как украшением нашего города. Я здесь бываю каждое лето. Вот, иногда и зиму тоже. И каждый раз, когда я здесь бываю, я стремлюсь сюда, чтобы посмотреть, что новенького сделали местные умельцы. Я очень высоко ценю. Вот я здесь многое что приобрела уже. Я считаю, что ручная работа – это часть души, которую человек отдает прежде всего. И вещи получаются красивые, и второй такой нет. То есть каждая вещь уникальна, неповторима, индивидуальна. И можно подобрать абсолютно на любой вкус. И уникальность вот таких творческих мастерских в том, что эти вещи достаточно хорошо смотрятся, независимо от того, да, что, возможно, они не могут конкурировать с какими-то дорогими ювелирными изделиями, но они смотрятся очень-очень, порой даже, я не знаю, во много раз лучше и красивее. Это очень здорово, это очень здорово. И главное, что получаешь такой заряд энергии от этого, вот от этой красоты и от созерцания, от того, что сам можешь что-то сделать, и потом даже людям рассказать. Поэтому я думаю, что такие вещи нужно проводить чаще. Я люблю, да, я люблю, особенно когда такие выставки, мне очень нравится приходить, именно посмотреть, посозерцать, как руки, насколько и человеческая голова соображает вот это все придумать, а руки чтобы сделали. Это вообще здорово. Такие молодцы девочки. Это доставляет вообще эстетическое удовольствие. Я просто хожу, иногда не приобретаю ничего, просто получаю удовольствие. Здорово. Очень понравились работы. Вот самбытница, понравилась лошадка, которая, надеюсь, девушек, так сказать, приведет к счастью, как тройка лошадей. Понравились очень самобытные колье, сделанные из бисера, которые напоминают работы старых мастеров. Понравились колье, которое сделано из лазурита, очень оригинальное. Прямо для Эвелины Хромченко, я бы сказала. Очень красивое.
Вот. Так что есть на что посмотреть, есть что приобрести. И хочется пожелать мастерам дальнейших успехов творческих. Да я все время нахожу что-то оригинальное. Мне настолько нравится. Вот с этой стороны девочки делают сухие цветы, потом заливают их чем-то, какой-то смолой, бижутерию делают. Мне очень нравится. И вот эта бижутерия мне немного нравится. Я люблю такое. А лето у нас длинное, еще 3 месяца впереди. Надеюсь, что каждый месяц мы будем иметь возможность посещать такие выставки. Я вот приезжаю сюда каждый раз, жду не дождусь, когда такая ярмарка появится. Много всего интересного, что вот я говорю, я уже не раз приобретала то бусы, то какие-то детские поделки, игрушки и своим деткам, и себе. То есть мне очень нравится.